Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в подмосковных Химках на одноименной арене, в котором московская торпеда принимает ленинградец из Ленобласти. Команду автозаводскую на поле выводит Игорь Владимирович Лебеденко. Он сегодня в стартовом составе. Капитаны команд, вашему вниманию, Лебеденко и Костин вместе с главным арбитром матча Юрием Карповым, который готовится работать на пятом поединке лучшей лиги мира в нынешнем сезоне. Жозеп Клотет, главный тренер автозаводцев. Стартовый свисток, поехали. Бригаду арбитров еще давайте представлю полноценно. Возвращением даже, я бы сказал, Гангадзе в стан автозаводцев. Так, подкат, пенальти. Внимание, пенальти. И никто не спорит, вообще без вопросов. Это по ногам заехал Валерий Коптилов. Да, Йорди Рейни, вообще без вопросов. Против него Никита Карабашев. Смотрим. Удар, 1-0. 1-0, Илья Стефанович. Важнейший, конечно же, гол для Стефановича с точки зрения обретения уверенности в себе. Учитывая то, как стартовал данный сезон для Стефановича, учитывая, что были вполне обоснованные сомнения в том, что он продолжит играть в составе автозаводцев. Вот он и контратаку проводит. Хороший пас в разрез. Нужен удар, подкат, и это тоже пенальти. И вот как раз давайте смотреть за повтором. Классное открывание в исполнении Разманова. Подкат Кирилл Колесниченко. Архитектор контратаки, которая к пенальти привела. Внимание. Удар и 1-1. 1-1 сравнивает счет Кирилл Колесниченко. Как там реакция? Может быть, сейчас будет заметно, что происходит на скамеечке? Очень сдержанно. Очень сдержанно. Там даже никто не вскочил. Там вот как все сидели, так и сидят. Мячи ничейные забирают. Ничего себе, вышел из ворот Бабурин. И у ворота пустые, можно бить. Внимание, мяч оказывается в сетке этих самых пустых ворот. 2-1 ленинградец. Куда побежал Бабурин? Невероятно, но ленинградец выходит вперед. Именно не то, что сам факт, да, а как это случилось? Мы отмечали, что очень настойчиво длинные передачи тут же при перехвате вперед отправляют футболисты ленинградца. Одна такая четко прошла, и была атака 2 в 1. Решил всех пойти страховать Бабурин очень смело. Теперь уже направо решили свернуть подопечные Жозепа Клотета. Подача от Манелова. Неплохо. Рикошет и гол! 2-2! К слову, это подтверждает слова Ашота Шакаряна, что когда ты много времени проводишь в своей штрафной площади, велика вероятность разного рода обстоятельств. Вот одно из них наступило. Подача, рикошеты, и мяч залетел в ближний угол ворот. Были травмы. И Маркину и сейчас тоже есть что доказывать. Скидка, внимание, удар! Вот это момент! И застыл на месте Бабурин, который ничего уже бы не смог поделать. Вжимает соперника в его штрафную торпеду. Слева подача, внимание, удар! Тащит Карабашев! Вот это был тоже момент на гол. Игра теряет голову. Колесниченко, хорошее включение. Далее подача, причем точная. На Яковлева он левша, справа бить неудобно, но приходится, и он забивает в сотом матче за ленинградец. 3-2! Как вам такое? 5 голов, шикарно. Сергей, это великолепно. Я думаю, что разве только болельщики торпеды сейчас переживают, но вот для нейтрального зрителя это просто фонтан. Я думаю, что, скорее всего, будут пары играть Гангадзе и Стефанович. Вот такой удар плотный! Ничего себе выстрел! И как же успел среагировать, сложиться Карабашев? Результат. В то время как у торпеды 2 подряд поражения, одно из которых в кубке случилось. Подача, падение Йорди Рейны и... В руку мяч попал и... И это пенальти! Удар, Карабашев, добивание выше ворот! Выше ворот! Что сейчас творится на скамейке ленинградца? Да, там все повскакивали просто в бурном экстазе. За допущенную ошибку за пенальти Хитяев уже в штрафной площади. Хитяев, сильный прострел, Бабурин выкладывает мяч на ногу Колесниченко. Удар рядом со штангой, шансы еще небольшие остались у торпеда на одну последнюю атаку. И можно постоять, подержать, подумать и дождаться финального свистка. Ленинградец одерживает волевую победу в невероятном матче на арене Химки над торпедо со счетом 3-2.